Всем привет. Сегодня у нас вторник. Хмурая, пасмурная погода. Решили вырваться на природу. Едем кататься на самых крутых горках в Тюмени. Они находятся немножко недалеко от Тюмени. Буквально получилось 18 километров пробег. Едем мы на замечательном УАЗике с автоматом. Катюшка, привет. Вот, масочка нужна, чтобы провести оплату за въезд на территорию. Территорию вы можете узнать вот по такому андуа, который видно с трассы. Въезд стоит 500 рублей на территорию с машины. Потихонечку. Если вы заходите без машины, то 200 рублей, если не ошибаюсь, стоит с человека. Вот такая территория. Все в указателях. Смотрим, где у нас горки. Здесь также есть прокат ледянок, но прокатом мы пользоваться не будем. По одной причине, что в прокате не работает терминал банковский, потому что он находится в лесу и там уже связь не ловит. Ух ты! Иди сходи, посмотри. Так, давайте сразу посмотрим на кроликов. Ох, какая собачка большая. А вот они, кролики. Эти красавцы. Интересно. Вас на еду приготовили? Или для красоты вас приготовили? Давай собачку покажем. Собачка такая большая. Большая, добрая собачка. Да? Добрая собачка. Так, прокатом мы не воспользовались, как я сказал, из-за того, что он находится в лесу. Там не работает терминал, нет связи. Поэтому мы пошли другим путем. Мы заехали в Ленту и купили за 85 рублей ледяночек. Одноразовые, возможно, но сейчас мы все проверим. Ух ты, кряков. Ладно, едем дальше. База такая уже довольно-таки цивилизованная. Здесь можно арендовать всякие бани, домики для отдыха. Мы как-то здесь парились. Неплохо все сделано. Вот указатели. Банкетные дома. Столы платные. Так, кафе. Горка. Лыжня, каток. Теплые беседки даже здесь. Вот. Все, едем дальше. По территории. Так, указатель. Катамараны. Катамараны нам сейчас не нужны. Вот и горочки виднеются уже. Сегодня у нас вторник, народу, надеюсь, не будет никого. Покатаемся в одиночестве, заценим эти горочки. Я вам их покажу и расскажу, какие же классные горки у нас в Тюмени. Вот мой водитель. Крутой водитель? Супер водитель. Ну вот, наверное, налево вот сюда надо парковаться куда-нибудь. А здесь машин что-то нет. Ну, потому что здесь людей нет. А, ну здесь еще, кстати, давай здесь вот завернем, посмотрим. Здесь есть горки поменьше, есть горки побольше. Кажется, но я так понял, что не все горки сейчас еще готовы. Поэтому зима только начинается. Поэтому будет повод еще раз приехать сюда и заценить. Вот видите, пищит машина, водитель мой не пристегнут. Безобразие какое. Хотя нет, вот указатель горки дальше. Ну, сейчас разберемся. Ага, вон там, все, я вижу горочки. Горочки, горочки. И дальше у нас, вон они. Смотрите, как классно на озере. Прикольно. Прикольно. Вообще прикольно. Ну, наверное, да, здесь мы где-то сейчас оставим машину. Может, вот так? Да, может, вот так вот. Ну, так вообще-то как-то не культурно. А что? Такое озеро классное, с горками. Горки даже посередине поставили, смотрите, на островке. Сейчас мы пойдем, поднимемся на самую большую горку и скатимся. Вообще классно. Люблю, когда мало народа, нет очередей. Все потому, что сегодня будний день. Красота. Ребят, пойдем на самую большую горку сначала. Страшно тебе? Страшно. Страшно? Смотри, какой наклон. Ну что, мы поднимаемся на самые страшные горки.
Будешь кричать? Да, буду. Страшно. Сейчас мы услышим, как Катя кричит. Там вот вдалеке, оказывается, есть еще горки залитые. И несколько горок еще вот оттуда, откуда мы пришли, еще готовятся к заливке. Так, эта горочка закрыта на ворота. Ну, значит, идем на соседнюю. Она такая же по высоте, такая же по красоте. А, это закрыто. Страшненько. Сам подъем уже страшный. Металлическая лестница. Мне даже подниматься страшненько. Удержишься? Мне же надо ледянку держать. Ну так. Держи. Готова? Мне так кажется, я не удержусь. Ледянку держишь? Ой, страшно. Под попы не убежала? А, нет, не убежала. Ой, только я ногу подвернула, не знаю. То ли там. Зато веселая. Супер. Зато весело. Ничего, держится. Держится. Нормально. Тест прошел. Успешно. Ну что, до большой горочки мы прокатились. Сейчас скатимся с маленькой горочки. Смотрите, какая ширина. Здесь можно прям толпой, да? Да. Так, камеру покрепче. Под попу. Раз, и погнали. Уехал я немножко с траектории. Сейчас Катя приедет. Дождемся ее. Не доехала. Ну что, как ты? Прикольно. Кричала опять? Ой, маленько. Все, пойдем на большое? Страшнее. На большое. Давай. Вдвоем? Погнали. А можно у нас чуть-чуть с места сдвинуть? Спасибо! Снегом. Буду я за... Давай, не вставай. А то куда-нибудь сейчас прибежит. Не беда, мы далеко поехали. Понравилось? Ой, круто. Хорошо нас подтолкнули. Надо было сразу ноги. Я не догадалась ноги-то поднять. А нас, видишь, потащило по этой стороне. Классно. Ой. Ну что, ребят, эти горочки достойны рекомендации. Совсем недалеко от Тюмени. Лайк. 500 рублей въезд с машины. Очень круто. Если большая компания, то вообще дешево. Ну, вон девчонки получается. Катаются толпой целой. Друг за друга цепляются и кричат. Прокатились на горочках. Можно теперь и на конечках. Смотрите, здесь какой каток. Каток небольшой, такой корт огороженный. И вот люди катаются. Но мы не любители катка, поэтому... Идем кипятить водичку и пить чай. Ну что, покатались? Вот такая у нас горелочка, кружка, водичка, газовый баллон и такой вот самодельный столик. Фанерка по ширине,
вот этих металлических соединений, она туда у меня задвигается по длине. Соответственно, я ее выдвигаю, здесь опирается на машину, здесь на ногу. Ну, эту ногу приходится уже на саморезы прикручивать. Довольно-таки устойчивая конструкция. И можно использовать как столик. Вот так вот, сейчас пьем чай и идем кататься на горочке. Присоединяйтесь к нам. Тепло ли тебе деется? Очень. С чайком хорошо. Сейчас пьем чаечек, идем еще немножко катаемся. Если есть вопросы, пишите комментарии. Понравилось видео про наши тюменские крутые горки. Комментируем, лайкосики. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.